Около 700 тонн продукции в месяц выпускает «Гаммафлекс». Предприятие занимается производством гибкой полимерной упаковки. Выездное совещание на базе организации провел руководитель администрации Щелковского района, чтобы на месте ознакомиться с производством. Первая цель – ознакомиться с предприятием. Вторая цель – посмотреть, где же у нас резервы высокотехнологичных рабочих мест. И мы должны увидеть, как развивается предприятие. На предприятии работают около 200 человек, почти половина из них – щелковцы. «Гаммафлекс» существует в районе с 2008 года и успешно зарекомендовала себя на рынке. Здесь осуществляется полный производственный цикл. Сырье поступает еще в гранулах, а на выходе выпускается уже готовая продукция – пакеты, пленка, упаковка. На настоящий момент предприятие входит в десятку крупнейших в России. Если мы будем развиваться, то к концу года войдем в тройку по нашим планам. Еще одно предприятие «Еврохим» построено в 2003 году на территории Щелково. Состоит из двух подразделений. Одно занимается изготовлением комплектующих изделий для мебельных фабрик и компаний, а второе производит компоненты для химической продукции. Работает на предприятии порядка, наверное, 200 человек, если посчитать все смены. Продукцию выпускаем, ассортимент каждый год стараемся расширять. Порядка, наверное, 100 машин в месяц перерабатываем ДСП. ДСП идет и влагостойкая импортная, финская, и наших отечественных предприятий. Увиденным руководитель районной администрации остался доволен, отметив, что даже в условиях кризиса предприятия не только не сокращают объемы выпускаемой продукции, но и ставят перед собой задачи по дальнейшему развитию, что в перспективе должно отразиться на создании новых рабочих мест в районе. Будем помогать и тому, и другому предприятию для того, чтобы проталкивать их проекты и развивать на территории, которая принадлежит им под будущее развитие производства. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».